Трижды выстрелил своего земляка. В Дербенте задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, 38-летний местный житель в районе городской набережной трижды выстрелил в мужчину из оружия неустановленного образца. По словам подозреваемого, тот ему нагрубил. У меня сзади в машине лежало ружье. Вот. Я вытащил и произвел 3 выстрела. В область живота, ноги. И там попало в лицо. От полученных ранений пострадавший скончался. На место совершения преступления сразу же выехали полицейские. Личность подозреваемого установлена, он доставлен в отдел полиции и уже признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело.